надо сейчас с Эрдоганом улучшать отношения, и есть такие возможности. И я не исключаю, что Эрдоган будет и пересматривать свое отношение к Сирии, и думаю, что он, когда так вел себя в отношении Сирии агрессивно, руководствовался не только, это, конечно, несколько смешно, стремлением воссоздать Османскую империю, что невыполнимо. Но он где-то играл на Америку, играл на США. И сейчас он уже, я думаю, во всяком случае, в ближайший период времени это делать не собирается. В свое время у него были отличные отношения, даже семьями они дружили с Башаром Асадом. И я надеюсь, что наши достойно проведут внешнеполитическую линию, и думаю, что во время встречи Эрдогана с Путиным будут позитивные решения и для нас, и для турецкого народа, который нам является дружественным народом, и для сирийского народа.